Благотворительный забег «Я бегу, ребенку помогу» проходит в Одинцово уже в четвертый раз. С каждым годом количество желающих помочь детям с особенностями развития здоровья становится все больше. На дистанцию выходят дети и взрослые. Некоторые приходят целыми командами. Эти денежки, которые мы соберем, мы отдадим для детей, которым необходимо будет на реабилитацию, на лекарства. Все собранные средства, а в этом году сумма составила более 200 тысяч рублей, будут направлены на лекарственную и терапевтическую помощь. 10 семей получат финансовую поддержку. Трое из них уже у нас по второму разу получают. Лерочка, она у нас на реабилитацию уже уехали, но мы сказали, что мы денежку Лере даем. Мама говорит, как раз оправдаются наши билеты туда и обратно на самолете. Они сейчас в Евпатории. Немытов Сергей, у них на тренажер идет, мама так сказала. Вот. Ну а так мы даем возможность родителям самим закупить то, что им надо для детей. Но в основном у нас, конечно, приоритет всегда это реабилитация и лекарства. В этом году участниками забега стали 670 человек. Дети, взрослые, семьи, корпоративные команды. Специальная подготовка не требовалась. Организаторы приготовили разные дистанции, чтобы принять участие в мероприятии мог любой желающий, независимо от возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовки. Мария Шматкова, телеканал «Одинцово».